Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, ты лучше дома посиди, чаек попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и о былом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь, в оконце на мороз глядя, чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, так будем жить и процветать, и строки о любви писать, и посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 27 января, день Нины, день назван в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Иберии, это Грузия. Ее просветительная работа привела к крещению Грузии. Все началось с того, что она хотела отыскать хитона Иисуса Христа. Она долго молилась, и в сонном видении Богоматерь велела ей идти в Грузию и просветить ее от язычества. При этом она обещала Нине быть ее покровительницей. Уповав на волю Бога, Нина в одиночку сделала великое дело просвещения и даже нашла хитон. Сегодня крестьяне работали, особенно ухаживали за домашней скотиной. Была даже пословица «На Нину почитай скотину». Особым почетом сегодня пользовались коровы, поскольку они считались кормильцами для крестьянской семьи. Родители в качестве приданного своим дочерям давали коров. Их оберегали от болезни и порчи. Забивали корову только в крайних случаях. Мясо своей коровы, как правило, не ели, а продавали. Народ верил, что забитая на мясо корова оплакивает своих хозяев. Поэтому сегодня благодарили коров, убирали в хлеву и кормили их. Верили, что животное обязательно отблагодарит хозяев вкусным молоком за доброе отношение к нему. Приметы. На деревьях сегодня иней – это к оттепели. Если по небу сегодня плывут белые облака, морозы продержатся еще долго. Если сегодня солнце после заката оставляет след столбом на небе – это к морозам. Если в ночном небе ярко мерцают звезды, морозы будут крепкими. Коровье молоко сегодня обладает целебными свойствами. Лечит от болезней, ожогов и даже ударов молнии. Если сегодня ночью во сне увидишь красную или черную корову или быка, это предвещает скорую смерть. Кстати, куркума, как Геннадий сказал, это прекрасный антибиотик, природный антибиотик. Угу. Поэтому, если вы заболели, не спешите куда-либо бежать в аптеку, воспользуйтесь куркумой. Сделайте своеобразный такой чаек из нее, и будет прекрасно работать против микробов. Кстати, как специя, она улучшает пищеварение и, самое важное, нормализует работу нашей кишечной микрофлоры. А вы пока готовьте, да, что? Да. Берем куркума, есть. Куркума сырок есть. Мы порезали, воду мы поставили заблаговременно, кипяточек. Ха. Теперь туда закладываем чайную ложечку куркумы. Давайте. Закладываем. Кстати, когда мы закладываем чайную ложечку любой специи, тем самым мы в воду делаем горячей. Это значит, что она уже приобретает свойства, улучшает пищеварение, усиливает иммунные свойства и, кстати, влияет на мозговую деятельность, угу, делая наш ум острее. Это очень хорошая подсказка, да, ибо скоро надо ехать на сессию учиться, поэтому куркума спасет. Спасет от этого, хорошо. Так, что мы дальше делаем? У нас
Значит, что она должна закипеть? Да. Вот немножко, так, сейчас она быстренько закипит. После этого, как она закипит, что мы туда кладем? И закладываем уже приготовленный, нарезанный правильными кусочками сыр. Вот, так, где у нас было блюдо? Вот она у нас. Вот, есть блюдо, да. Так, ага. И таким образом мы с вами готовим полезный завтрак для того, чтобы у нас и пищеварение хорошо работало, и умственная деятельность была, и, будем говорить, еще микрофлора восстанавливается. Кстати, вы говорили, что она еще помогает от разного рода, вернее, как профилактика, от разного рода онкологических заболеваний, что немаловажно. Поэтому вот этот завтрак будет сытным, приятным и полезным. С точки оздоровления. Да, еще и самое главное, что он вкусный и будет. И вкусный. Вот, ага. Попробуйте и скажите, что так оно. Хорошо, хорошо, было. Хорошо, готовим. Да. Я знаю, что еще, знаете, вот эта пряность куркума, она незаменима для тех людей, кто хочет восстановиться после тяжелого заболевания, хронического заболевания. Откуда брать силы? Силы – это, можно сказать, огненный процесс, который имеется в специи. Куркуме. Ага. И вот этот как процесс как раз и будет добавляться в наш организм и вести процессы оздоровления, укрепления и исцеления.